Сегодня мы с вами приготовим нежнейшую говядину по-кремлевски. Для этого нам понадобится 1 килограмм говядины. Нарезаем ее большими кусками. 1 луковица, 10 зубчиков чеснока. Я использовала целую головку. В кастрюлю выкладываем кусками говядину. Сверху большими кольцами лук. И все это заливаем стаканом кипятка. Ставим на сильный огонь до закипания. Как только у нас закипит, мы сразу же выкладываем поверх пачку сливочного масла, нарезанную кусками. Уменьшаем огонь до минимума и томим 1 час. Чеснок я натираю на мелкой терке. После того, как у нас проходит 1 час, мы добавляем 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку 9% уксуса и наш натертый на терочке чеснок. Все это перемешиваем и оставляем томиться еще на 1 час. Тем временем мы можем приготовить гарнир. На гарнир у меня будет рис. Чтобы он был рассыпчатый, я его готовлю в мультиварке. Рис нужно обязательно промыть холодной водой. Не забываем, мы берем 1 часть белого риса и 2 части воды. У меня 1,5 мультистакана риса и 3 стакана воды. Не забываем посолить. Закрываем крышечку и ставим на режим. У меня режим рис на 25 минут. Время выставляется у меня автоматически. Ну что ж, и рис, и говядина у нас готовы. Это самый вкусный рецепт говядины, который я когда-либо пробовала. Обязательно попробуйте, пишите свои отзывы, подписывайтесь на мой канал. Говядина получается очень-очень нежной и вкусной.